я ни от кого не бегу. Это не бег, это пробежка. Может, во что-нибудь поиграем, а? Пошевеливайся, черепаха. Немножко прокатимся. Оп, поехали. Здоровье – это значит движение. Ха-ха, весело. Еще бы. Раз, два, три, четыре. Еще немножко, еще чуть-чуть. Лео, может, поедем домой? Мы бегаем уже который час. Знаешь такую поговорку? В здоровом теле здоровый дух. Ага. Да, это придумали люди. А у них нет тяжелого панциря. Не знаю, мне, например, нравится бегать. Да, мисс здоровое тело и дух. Конечно. Я хочу оставаться в форме. Да, я тоже. Пора возвращаться, мои ноги меня убивают. Дэнни, а что у тебя с лицом? Все в порядке. А почему ты спрашиваешь? Оно меня убивает. Официально объявляю, пробежка закончена. Наконец-то. Вот он, лидер. Я могу еще прижать? То есть поднажать. Ладно, не придирайся. Пицца. Где-то едят пиццу. Фруктовую, да? О, с мандаринами, бананами и соусом авокадо. Ням-ням-ням, фруктовая пицца, завтрак чемпионов. Свежая пицца, черепахи за мной. Еда – вечная проблема для Майки. Когда запах коснется твоих ноздрей, это пицца. Все знает твой нос, он тебя не подведет. Это место напоминает тюрьму, да. Жутковато. О, что это за место? Не знаю, но все подозрительно. Что это? Я вижу черепаху. Я и сам вижу, но что она здесь делает? Мне страшно, непонятно. Кажется, что-то здесь не так. Я чувствую пиццу. Тихо. Как странно. Черепашки-ниндзя. Новое поколение. О, Пуся-пуся-пу. Какой милый. Возьмем его с собой. Это девочка. Откуда ты знаешь? Правда. Тебе нужно поговорить со Сплинтером о птичках и пчелках. Слушай, а может, она чья-то? Да, того, кто ел фруктовую пиццу. А, пицца. Кажется, это не пицца. Конечно, черепаха – это маленькое животное, но она просто отлично дерется. Мистер Боунстил, я даю хорошую цену. Такие малыши ценятся на черном рынке, но ваша весит всего ничего. Да, она маленькая, но шустрая, конечно. Я бы и не продавал ее, не будь она такой резвой. Да, да, да. Я люблю слушать ваши байки, но бизнес есть бизнес. Даю 500 и не больше. 500? Угу. Послушай, ты, мальчишка, сопляк. Я привожу тебе слоновью кость из Тимбукту. Я поставляю шкуру морских котиков, дельфиний жир, черепа горных горилл. Я Саймон Боунстил, величайший охотник всех времен и народов. Я не работаю меньше, чем за $2000. Меньше не работаю. Я дам 650. Идет. Мистер, вы покупаете вымирающий вид. Угу.
черепахи, линяем! Пришла твоя пора, малышка. Завтра в это время ты станешь сумочкой, кошелечком или пепельницей. О, станешь полезной вещицей. Что? Она не могла выбраться сама. Кто здесь? Неужели Гринпис выследил меня, охотника? Мальчики притаились. Какие большие! Когда видишь зеленых, лучше не связываться. Вау! Зара с панцирем! Я знаю, как похищать малышей у крокодилов, но с такими черепахами еще не встречался. Впрочем, это я называю удачей. Нет! Иди к папе. О, соскучилась, кореглазая. А ну, руки прочь от нее! Да заткнись ты! Что? Я говорю с черепахой? Более того, она говорит со мной. Хватит болтать! Я чувствую вдохновение. Это великое время охоты! По-моему, парень завелся. Идемте. Мы никуда не уйдем без черепашки. Хорошо, девочка. Я сделаю так, что ты отсюда никуда уже не уйдешь. Давай, Венера. На, получай! А малышка пойдет со мной! Черепахи не бросают друг друга. Пока! И что мы теперь будем с ней делать? Ну уж не сделаем из нее сумочку, это точно. Эй, это все твоя доброта. Зеленые, вперед! Вперед! Надо спрятать черепашку понадежнее. Это было не смешно. Можно мне взглянуть на дамочку? Видишь, я ей понравился. Да, очень симпатичный ребенок. Не ты ей понравился, а запах еды изо рта. Да я не ел ничего. Ха-ха. О, я бы мог выручить 1005 только за одного из этих зеленых уродцев. Напрасно мы ее притащили. Надо было отпустить. Мы не можем ее бросить, она маленькая. Такова жизнь. Мы-то выжили. Выжили, но на кого мы похожи? Шутки считаю неуместными. Мутация – серьезная вещь. Эй, нам это на руку. Говори за себя. Берегись. О, спасибо, но нам не нужна сеть. Сейчас не время шутить. Я охотился даже на лохнесского монстра, но это, я скажу вам, очень удачная охота. Стрелять в таких одно удовольствие. Есть вопросы? Да. В шашки играешь? А? Я говорю, в шашки играешь? Круто. О, а, ладно, приготовились. Ультразвук! А я еще был недоволен пением Сплинтера. Вот так. На старт. Прыжок. Потанцуем. Что ж, неплохо. Выпусти нас отсюда. Кто тут у нас? Все? Выбрались? Итак, начинаем родео. Укротим их, Сюзанна. Не выйдет. Интересно, как ты хотел этим воспользоваться? Отдай мне кнут, маленький негодяй. Какая игрушка. А теперь покрутись. Крутись, волчок. Упади на бочок. Хватит, черепаха. Чего тебе от меня надо? Все. Итак, Бонхед,
Я это... Bone Steel. Все равно. Все кончено. Ты понял? Ты пошел за нами, а нашел свою погибель, ясно? Ты нас не видел, нас не существует. Мы забираем черепашку. Ты нас не видел. Если скажешь о нас кому, тебя сочтут совсем уже сумасшедшим. Согласен вести себя прилично. Буду паинькой. Обещаю. Черепахи, уходим. Что ж, скатертью дорожка. Нет ничего приятнее, чем пробежаться по округе, встретить нового интересного человека, немного поболтать с ним. Малышка, где малышка? Ее нет в коробке. О, нет, ты ее потеряла. Я не пойду назад ее искать. Боунхед может и дурень, но дерется, а мне надоело. Надоело драться? Я думаю, это временно. Он быстро отдохнет. Зачем мы все это затеяли вообще? Мы пытались ей помочь. Помочь? Это так называется? Только мне не помогай. Хорошо, кореглазая. План таков. Я отвожу тебя назад в клетку, получаю за тебя деньги, а потом возвращаюсь сюда и открываю охоту на твоих больших уродливых братцев. Я буду не я, если их не поймаю. Нет. Нет, не смотри на меня так печально, потому что я могу испепелить тебя взглядом. Мы должны ее вернуть. Нет уж. Да уж. А как? Круто. Все равно люди гады. Испокон веков люди охотились на черепах ради мяса и панциря. Из-за этого стали исчезать многие виды. Добавьте к этому домашних питомцев, тысячи наших гибнут ежегодно в специальных питомниках, а многие гибнут в домах, у людей. Разве домашних не берегут? К сожалению, дети играют, а игрушкам иногда спарывают брюхо. Черепахи такие нежные существа. Я же говорю, люди гады. Не все люди. Некоторые заботятся о животных. Назови хоть одного. Старик Макдональд. Кто? Наша черепашка не должна погибнуть. Наша? Хорошо. Идемте ее спасать. Хе-хе-хе. Так, девочка, ты плохо себя вела. Хе-хе. Дядя Боунстил должен немножко приподнять твой панцирь и отшлепать тебя по попке. Может, я не прав. Не нужно ли спросить родителей, прежде чем отшлепать ребенка? Эй! Спасибо, что позаботился о нашей малышке. Получай. Это ты напрасно. Маргарита! Верни Маргариту! Ты зеленое недоразумение! Не волнуйся, ты больше не отвечаешь за свои игрушки! Маргарита! Псих! Что за имя у его оружия? Маргарита! Говоря научно, социопатическая личность аутсайдера склонна инфантильно одушевлять неодушевленные предметы. Отдайте Маргариту. Верните мое оружие. О, Маргарита, иди ко мне. Иди к папочке. Верните мне Маргариту. Какой пафос. Он мне уже надоел. Если не вернете Маргариту, тогда с вами поговорит Элис. Элис уже не поговорит. О, нет, нет. Фу, развяжите меня, глупые животные. Я охотник, я должен вас связывать, а не вы меня. Майки, что это ты делаешь? Общаюсь с черепахой. Мы с ней должны подружиться. Ладно, не дури. Мы спасли ее, она и так захочет остаться с нами. Какие твердые локти. Нет, Майки, я покажу тебе, как ползают черепахи. Ой, это и правда больно. Да, тебе будет больно. Развяжите!
Вы, ребята, не понимаете. Дайте я покажу. Эй, привет. А ты очень симпатичная малышка. Я твой дядя Реф. Хочешь, покатаю на мотоцикле? Дани, можешь сделать для нее шлем? Ну да, и ремень безопасности. Что? Ничего. Знаешь, иногда ты рассуждаешь довольно здраво. Но это быстро проходит. Эй, Лео, поцелуй меня в панцирь. Да ладно. Что опять? Отлично. Хватит нежиться. Маргарита здесь. Она полна сладких пилюлек. Это стрелы со снотворным, которые даже здорового мамонта могут свалить с ног. Как ты освободился? Акулий зуб. Хозяйка мертва, а зуб остался у меня. Это мне и нравится в животных. Лучше не делай этого. Приготовьтесь к неизбежному. Неизбежно то, что ты попадешь в руки правосудия. Да? Кто предаст меня в эти руки? Черепашья полиция? Сначала она, потом вы. А почему она первая? Ты сказал, сначала она, потом вы. А кто это вы? Это не я, вы, а вы. О, я. А как же остальные, а? Это как-то несправедливо. Не ты, глупое животное, а вы все. А, так значит все, значит не я. Да. Тогда я пошел. А, ты сказал не ты, обо мне. Значит, что я это не я, если я не ты. Я пошел. Башка болит. Такой тяжелый день. Да. Тяжелый. Так, а если ты это не я, тогда я могу идти, как и ты. Я могу идти? Сам сказал, ты можешь идти. То есть, значит, ты не тот, что я, а тот, который ты, это значит, что не они. Ох, я их ненавижу. Дай черепашку, и можешь идти. Спасибо. Да не за что. Черепахи, уходим. Пока, Боунстил. Да. Счастливо. Значит так, я это не ты? Как же, нет, ты это ты. Да, нет, я это я. Значит, ой, подождите, говорящие черепахи меня обманули. Ура, да здравствуют свободные черепахи. Ура. Какой он идиот. Мы молодцы. Ура, зеленые. Поступило сообщение в службу охраны животных. Звонивший назвал местонахождение базы браконьеров, которые занимались ловлей черепах. Имя человека, сообщившего об этом, осталось неизвестным. Они думают, что это человек? Я очень горжусь вами. Когда-то и я помог малышам-черепахам из канализации. Да, но теперь у нас новый враг. И какой? Саймон Боунстил, то есть Боунхед. Как этот негодяй может любить пиццу? Он знает, что мы есть. Он будет охотиться. Пусть только придет. Моя Маргарита. Кого мы с тобой только не ловили. И панду, и кенгуру. И пятнистого орла, который казался неуловимым. Если бы я не упустил сегодняшних, у нас была бы полная коллекция. Я объявляю им ультиматум. Теперь они уже не исчезающий вид. Нет. Скоро они все совсем вымрут. Автор сценария Эрик Вейнтал, режиссер Джеймс Тейлор. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург», «Пятый канал», 2006 год.